Минский мобильный пункт, в котором оказывается амбулаторная помощь как личному составу, так и пострадавшему населению в ходе чрезвычайных ситуаций. Вот. Здесь происходит регистрация пациентов, диагностика, первичный осмотр. При необходимости на реанимобиле пациент выводится в ближайшее лечебное учреждение. Вот. Здесь у нас во второй части палата пребывания для тех, кто нуждается под постоянным врачебным наблюдением. Вот. Ну и как используется как манипуляционная, то есть инъекция, все мы делаем там, все остальное мы делаем здесь. В принципе. В данном учебном месте представлена оперативная группа министерства. Состоит из двух учебных мест. Первое учебное — это модуль, где работают непосредственно офицеры центрального аппарата, которые занимаются сбором, работкой и передачей информации при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. И второе учебное место – это место работы межведомственного штаба, который состоит из представителей республиканских органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти для решения оперативных вопросов, принятия решения, будем говорить, и дальнейшей координации действий всех. Прошу пройти в эту палатку, в модуль первый, там работают офицеры нашего министерства, они пойдем. Практически пока. Для работы в условиях... Расскажите, кто здесь сейчас присутствует? Оперативная группа министерства занимается сбором, обработкой и передачей информации в центр министерства, а также главе республики и совета министров. Оперативная группа состоит из подгруппы мониторинга и защиты, подгруппы применения сил и средств, подгруппы материального технического обеспечения, подгруппы связи. Каждый представитель от департамента в министерстве. Расскажите про ваше рабочее место. Это, собственно, дистанционно душевой автомобиль, который предназначен для помывки людей, а также дезинфекции. То есть в первую очередь это помывка людей населенных гражданского населения, которое происходит при массовом ЧС, а также и обслуживающий персонал МЧС. В палатке здесь заходят люди, для них находятся вешалки, лавочки, где они раздеваются, снимают свою грязную одежду, вот, после чего проходят белье в следующую палатку.